Славянские артисты не могли остаться в стороне от того, что все жители Кубани отмечают 80-летие со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Они подготовили для славянцев замечательный концерт. Подробности этого события в нашем репортаже. В этом мероприятии, которое состоялось в преддверии памятной даты, приняли участие учащиеся городских школ, воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», представители общественных организаций, жители Славянского района. В нашем муниципалитете любят и умеют петь и танцевать. И особенно наши творческие силы вдохновляет патриотическая тематика. Городской дом культуры провел ряд мероприятий, посвященных этой дате. И вот сегодня будет большой творческий концерт лучших коллективов нашего городского дома культуры, которые подарят свое творчество, которые готовились не один месяц к этому мероприятию. Патриотические песни поднимают патриотический дух нашего народа. В этот день право возложить корзину с цветами к вечному огню в парке «40 лет Победы» было предоставлено славянским юнармейцам. Участники концерта задолго готовились к нему, чтобы показать как известные свои работы, так и что-то новое и заслужить одобрение собравшихся. На душе, знаете, радость, светло, тепло от того, что мы принимаем участие в таком прекрасном мероприятии. Подготовили мы 3 номера, все подходят под этот праздник, душевные, названия патриотические, вот, танец «Родина», о нашей родине, потом очень душещипательный номер, я бы сказала, про сына, которого мать ждет с войны. С чего начинается родина? Заветной скалы у ворот, с той самой березки, что в опале, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней. Ожидания зрителей были оправданы. Они услышали прекрасные песни. Народный мужской ансамбль «Самородок» всегда старается порадовать своих слушателей. Что ты знаешь обо мне? У нее свои законы. Не спросила о цене, но скупила миллионы. Скажешь, было не с тобой, и стирает время даты, а с небес глядят с тоском. Замечательная песня «Танго у полустанка» из репертуара легендарной Клавдии Шульженко была представлена на суд славянских зрителей Аленой Демченко. В моем репертуаре достаточное количество патриотических, военных песен. Сегодня я буду исполнять песню «Танго из полустанка» Клавдии Шульженко, песни военных лет. И мне выпала безумно большая честь исполнить такую песню для всего нашего города. И я хочу, чтобы славянцы насладились этой прекрасной композицией. Концерт к 80-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков прошел на высоком уровне, и песни и танцы никого не оставили равнодушным. Аплодисментами поддерживали зрители выступления славянских артистов. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».